Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. 17 марта, 18 часов 50 минут. Поступает информация, что есть фиксация пусков шахедов с мыса Чуда Крым. Вектор полета – южные регионы Украины. 19 часов 20 минут. У нас в Одессе звучит воздушная тревога. Очень быстро поступает инфа. Атака дронов «Камикадзе» с Николаевской области в сторону Одесской области. И тут неожиданно в 19 часов 21 минуту поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги». А тем временем продолжает поступать информация по поводу дронов «Камикадзе». Дроны «Камикадзе» находятся в воздушном пространстве Одесской области. Вектор движения – Коблево, Рыбаковка, Очаков, Южная, Одесса. В 19 часов 27 минут в Одессе опять звучит воздушная тревога. Информация по дронам обновляется. Шахеды летят в сторону Телегульского лимана на север. Пока без угрозы для Одессы. Вектор движения – Березовка и дальше в сторону Винницкой области. Ударные дроны через Березовский район летят на запад в сторону Винницкой области. Вектор движения – Саврань, Ширяево, Любашовка, Балта, Березовка, Подольск, Винница. 20 часов 40 минут поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги, угроза по шахедам миновала». Вроде бы все нормально и можно передохнуть, но в 20.50 поступает инфа. Есть фиксация новых пусков дронов «Камикадзе» со стороны Крыма. Вектор движения – южные регионы Украины. Как это можно понимать? Да очень просто. В 22.30, 23 часа дроны могут быть уже возле Одессы. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.